Всем привет, дорогие друзья, с вами Серик и Агасси. Всем привет. Да, у нас сегодня интересный обзор. Агасси пригласил меня в район Кестель, ну, я бы назвал еще и это Тосмуром, потому что это находится прямо на берегу речки Дим. У нас сегодня интересный обзор в таком замечательном комплексе и с очень хорошей ценой. Дальше я передаю слово своему напарнику Агасси. Да, спасибо, Серик. Давай, банкуй. Значит, здесь район считается граница между Кестелем и Тосмур. Рядом, где-то 50 метров от этого комплекса, находится, протекает речка Дим. Расстояние до моря, до пляжа Тосмур, приблизительно 600-630 метров. В этом проекте есть почти вся инфраструктура. И Айдат в этом комплексе 150 лет. Наш комплекс состоит из двух блоков А и Б. Этот комплекс находится рядом с речкой Дим. Тут 50 метров пешей ходьбы. А до пляжа Тосмура и Кестеля приблизительно 600-630 метров на расстоянии. Сейчас мы покажем вам эту инфраструктуру. Тут находилась у нас зона барбекю и беседка. И также есть детская площадка для детей. В этой стороне у нас располагается более просторный бассейн. Как-то надо искупаться, Серик. Да, погода позволяет прям. В той стороне находится детский бассейн. Также в той стороне есть, видите, беседка. С двух сторон располагается беседка. Там тоже зона барбекю. Так, вопрос, Агасси. А да. Этот комплекс когда был построен и сколько лет примерно? Проект был построен в 2015 году, приблизительно 5-6 лет. Окей. Идем дальше. Сразу во входе расположен открытый бассейн, который в основном работает зимой, где-то 7 месяцев они его открывают на пользование. Здесь душевые кабины, женская, мужская. Понятно. Ага. После бассейна. В этой стороне находится лобби. Это лобби блока А. Вот, смотри. Я побежал. Смотри. Угу. Тут у нас расположен кинотеатр. В любое время можете прийти, поставить там диск или подключить флешку и смотреть мультики там. Да, на самом деле не все кинотеатры работают, они есть как бы, но да, не все из них, да, не все из них работают. Самый важный момент, который мне понравился здесь, то что с каждого блока нужно, как бы, можно спуститься и попасть во внутреннюю инфраструктуру, потому что обычно в одном из блоков ставят внутреннюю инфраструктуру, соответственно, там и цена уйдет повыше. То есть, а если получается, что зимой ты после сауны выходишь и бежишь домой через коридор, так скажем. А тут уже с нижней части. Просторная инфраструктура, коридор, фитнес есть. Вот фитнес-зал, дорогие друзья, вы уже видите. Но мы отдельно зайдем, потому что дверь находится у нас там. Здесь санузел также. Айдат, самое главное у этого проекта, 150 лет. 150 лет. Ты не ошибся случайно? Нет. Не будем уточнять? Я уточню два раза. Все, идем дальше. Здесь, в этой стороне у нас. О, это моя любимая зона релакса, так скажем. Зона отдыха. Тут римская парная комната. Маленькая такая, уютная. Да. За два блока, из которых состоит из 5 этажей, этого предостаточно, думаю. Вот такой санузел. Да. Вот такая парная комната. И здесь у нас, конечно же, всеми любимая турецкая баня. Хамам. Да. Да. За то, что, кстати, хамам сейчас не включен, но вы не думаете, что мы... А, потом, да, пройдешь? Ну, ладно. Так, дорогие друзья, как я уже говорил, здесь у нас идет фитнес-зал. Вот он у нас фитнес-зал. Да, довольно просторный ради, ну, для такого комплекса, так скажем. Вроде бы все есть. Да, вот уже. Агасси там... Да, Агасси... Агасси на ходу тестирует сразу. Так. Проверяй, работает или не работает. Да-да-да. Это самое главное, с тебя спросят. Все, идем дальше. И вот у нас идет здесь как бы комната. Игровая зона. Здесь настольный теннис. Также здесь можно посидеть, я не знаю.
Выпить кофе, чай. Здесь квартира, скорее всего. Благо хозяина нет, а то... Так, здесь блок Б, дорогие друзья. Да, один лифт на каждом блоке, по одному лифту на каждом блоке. Шестиэтажный. Да. С дуплексом. Дуплекс. Пять, да. Так, у нас здесь идет мировая. Здесь идет у нас квартира дуплекс. То есть первая. 2+1 и дуплекс. 145 квадратных метров. Юго-восточная сторона. Окей, идем дальше. Так, здесь у нас. Да. Такая некая прихожая зона с гардеробом я бы сделал на самом деле, да. Антресоль можно сделать? Да, нет, я бы гардероб сделал отсюда, и все, и большое зеркало прямо отсюда начинается. Есть парковка для машин, есть парковка для велосипеда, мотоцикла, с этим нет проблем. Супер. Так, заходим, и нас сразу встречает гостиная комната. Здесь отдельно Г-образная кухонная зона. Бытовая техника, электроника, вся установлена, бэка. Понятно. Если что, наверное, они с доводчиками. Так, качество вроде, да, вот, да с доводчиками. С доводчиками. Так, смотрите, дорогие друзья, здесь у нас есть выход на бассейн. Это кого-то может смутить, потому что, ну, сами понимаете, бассейн, возможно, будет шумно. То есть этого мы не скрываем. Но если хорошенько здесь термопакеты установить, которые будут, да, звукоизоляционные, и это вам ничего никак не помешает, так скажем. Я бы здесь еще и маленькую калиточку открыл бы. Да и вообще. Можете даже застеклить. Да. Нет, я бы калитку открыл бы, чтобы на бассейн напрямую попадать. И чтоб... Зачем кругами ходить, когда можно напрямую. Нужно потратиться хотя бы 1000 евро. Там. Да, смотрите, дорогие друзья, хотя здесь квартира в таком состоянии, что... Без расходов можно будет зайти, заехать и жить, так скажем. Дорогие друзья, здесь у нас под лестницей находится наш первый санузел. Да, такой нормально. Можно посидеть. Работает. Да, блин, все будешь проверять, да? Так, смотрите, пол... Мы же эксперты. Да. Пол из керамики. Теплого пола нет. Потому что я не вижу включателей теплого пола. А здесь также угловой диван. Здесь также идут диваны и кресла. Тут обеденный стол. Прямо я вот так вот. Разрешите, я прямо отсюда встану и полностью покажу вам всю комнату. Насколько она большая. Теплого пола я добавил. Не нужно устанавливать теплый пол. Можно купить там ламинат 10 мм, установить его. Будет там тепло. Зимой в основном 2 месяца, зимой тут... Перетерпеть можно. Да, не, мы... На самом деле я уже привык. На самом деле я уже второй раз тут перезимовал. Я вам скажу вообще, то есть мы привыкли настолько, что нам тапочки максимум хватит и это все. Это район речки именно зим. Здесь порой бывает прохладно. Летом вот самое шикарное то, что здесь все прохладно летом. Зимой немножко прохладнее, чем в других районах. Понятно. Из-за этого, я думаю, что конвейер нужно устанавливать. Окей. Так, мы с вами поднимаемся на второй этаж. Вы вот здесь такое место эксклюзивное. А это для чего? Наверное, ставили, чтобы сделать какой-то встроенный шкафчик. Или можно домик для ребенка построить именно вот. Так. Закрыть. Вот здесь так вот закрыть, а здесь барьерчик сделать. Да, для ребенка это что-то такое интересное. Для ребенка комнату для PlayStation. PlayStation или для детей, чтобы поиграть. Да. Там здесь деревянный домик. Большой телевизор, и здесь можно просто взять джойстики и рубиться. Да. Значит, так, вот такая коридорная зона у нас. Вот здесь коридор. Сразу санузел покажем. Да. Здесь у нас второй санузел на втором этаже. Также здесь находится стиральная машина. Да, все в таком хорошем качестве. Просторно, не маленькая. Да. 4-5 квадратных метров санузел. Да. Здесь и вот маленькая коридорная зона. И здесь у нас идет хозяйская спальная комната. Со своим санузлом. Так, да. Комната очень-таки. Очень просторная. Да, просторная. Давайте я санузел. Ты пока открывай балкон. Я пока пройду в наш санузел. Также санузел со всеми наполнениями. Стоит водонагреватель Siemens.
Вот. Будешь проверять, работает, не работает? Сейчас проверим. Я не буду ждать, пока вода нагреется. Шкаф купе. Зря ты открыл, конечно. Пусто было, ничего не нашел. Все, идем. Да, опять-таки здесь такой же балкон, как и на первом этаже, такой же просторный. Отсюда частичку. Отсюда видно прям, даже крепость Алании. Да, крепость Алании, да, это прям надо постараться. Да, сейчас из-за жары идет некое испарение от моря, и мы даже горы как бы особо не видим. Да, вот видите, вот под этими облаками там горы видны на самом деле. Потому что камера не передает. Смотрите, сейчас лето. Вроде бы все заполнено, люди вот живут везде, то есть не закрыты ни жалюзями. А несмотря на это, здесь очень тихо. Вот прям запомните, это самое главное. Отлично, нет? И что хочу уточнить, Airfield стоит кондиционер, 9000 БТУ, наверное, или 12, сейчас проверим. По форме 9 вроде бы. Да, похоже на 9. Все. Да, 9. Так, теперь у нас вторая спальная комната. Находится левее. Да. Детская. Отсюда есть выход на балкон? Здесь французский балкон, как я думаю. Да, да, здесь также есть выход на балкон. Вот на тот же балкон, да? На тот же балкон. Вот. На тот же балкон у нас есть выход. Да, здесь одна кровать. Также идет шкафчик с этой стороны. Квартирка уютная. Нет. Сами оцените. Да, даже детская просторная на самом деле, дорогие друзья, прям нужно отметить. Потому что то, что мы видим, то, что мы снимаем, это, поверьте мне на слово, что там вообще бывают такие детские, где одна кровать еле помещается. Кровать можно поменять, поставить. Поменять, большую. Да, можно побольше сделать, ну, да, смотря сколько у вас детей. Да. Я думаю, что вместится до 180 сантиметров. Да, можно, в принципе, еще одну кровать вот сюда поставить. Ну, это уже... Оставим на вкус новых хозяев этой комнаты, этой квартиры, точнее. Дорогие друзья, давайте мы подведем итог по нашей прекрасной квартире, так скажем, да? Дуплекс квартиры, да. Район у нас Кестель, то есть начало Кестеля, это ближе к городу, а не к Махмутлару. То есть многие люди из наших подписчиков уже знают, допустим, какие районы Махмутлар, Кестель, Тосмар, все это мы объясняем. Это в начале района Кестель. Сколько квадратных метров, сколько блоков? Давай, Агаси, ты и все расскажи, пожалуйста, нашим подписчикам. Насчет расстояния, это как бы эпицентр. Вы если купите недвижимость именно в начале Кестеля, в конце Тосмара, это место считается как бы до центра Алании 5 минут и до Махмутлара 5 минут езды. На велосипеде может быть где-то 20-25 минут, в зависимости от вашего темпа езды. Так, значит, проект состоит из двух блоков А и Б. Это блок А, как я понял. Да. Да, А-блок. Здесь 2 плюс 1, 145 квадратных метров. Юго-восточная сторона. Тут солнечная. До 3-4 часов выходит солнце. Сейчас, кстати, время. Уже тенечек. Время. Ну, уже 5. Шестой уже час. Тенечек, да, уже шестой час. Вот так вот. Проект такой. Инфраструктура присутствует. Айдат 150 лир. Расстояние до моря приблизительно 600-630 метров. 5 минут ходьбы. Я уже спрашивал жителей. Самое главное, давай не томить наших подписчиков. Цена. Нет, цена еще скажу. Плюс здесь рядом есть шикарный парк. Ого. Такой очень красивый парк возле речки Дим. С этой стороны и с той стороны речки. Вот это очень важно. Там для детей есть несколько парков. Игровые там специально стоят оборудования и зона отдыха, пикники, еще есть там тема, несколько пикников, наверное, 10 пикников по 300 метров на расстоянии. И самое главное, цена этой квартиры 104 тысяч евро. Will I cry? Will